вам сказать. Сейчас я не знаю. Я должен вы пробудки целотики.
я услышал последние три произведения и поднялся на эту сцену сказать такую вещь. Когда-то к одному знаменитому скульптору обратились с вопросом, как вам удается создавать такие шедевры. Он сказал, я беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее. Так вот, наша работа, работа музыканта, заключается в том, что нужно взять глыбу мрамора, отсечь все лишнее, а потом донести вот то, что осталось, до слушателя. А потом еще все зависит от того, как же все-таки этот слушатель. Отнесет он это к шедевру или не отнесет. Ну вот я, судя по вашим аплодисментам, понимаю, что концерт в исполнении наших преподавателей вам понравится. Я хотел бы надеяться на то, что в следующем году, когда будут проходить такие мероприятия, то в этом зале не один будет яблоком упасть. А это будет зависеть не только от тех, которые сегодня сидят в зале, а и тех, которых сегодня в этом зале нет. Поэтому разрешите от вашего имени поблагодарить преподавателей Александра Семеновича Шевченко и уважаемую глубоко мною Маргариту Исааковну Левицкую, потому что, в общем-то, вот этому отсечению всего лишнего, по-моему, она этим занималась, тем, что вы сегодня услышали, это в большей части ее заслуга, чем Александр Семенович. Мне так почему-то показалось. Вот хотя, да, хотя он многое сделал из того, я сейчас уже его буду судить как преподаватель музыкального училища, которое он закончил. Это я ему отдельно расскажу, какие недостатки я в нем увидел из той глыбы, которую он отсекал. Вот. Но тем не менее, за то, что они сегодня сделали, это, конечно, большой подвиг, потому что не все преподаватели, к великому сожалению, в процессе своего мастерства педагогического достигают и мастерства исполнительского. Поэтому низкий поклон и большое им спасибо. Спасибо большое.